За последних 80 лет Институт полеводства и овощеводства превратился из исследовательской станции в мощного гиганта европейской и мировой сельскохозяйственной науки. В области селекции растений институт стал ведущим учреждением в стране и приобрел международную репутацию. За 80 лет существования селекционеры института создали более 1200 сортов и гибридов, 50 видов растений, из которых 1000 зарегистрированы и выращиваются в 30 странах мира. В институте работает мощная научная команда из более 100 научных сотрудников, из числа которых 90 докторов наук. Им помогает 300 высокообразованных работников различного профиля, гарантирующих качество всего, что предлагает институт – семян, технологий, образования и услуг. Институт придает огромное значение развитию сельского хозяйства в нашей стране и за рубежом, что лучше всего демонстрируется данными о наличии N-сортов и гибридов в производстве продуктов питания. Таким образом, институт как ведущее научно-исследовательское учреждение в 2018 году приобрел статус Института национального значения для Республики Сербии. Наиболее значимых результатов институт достиг в селекции зерновых, кукурузы, подсолнечника, промышленных и кормовых растений и сои. Основной научно-исследовательской деятельности отдела зерновых колосовых является селекционная работа, направленная на выведение новых сортов зерновых культур. В первую очередь это сорта пшеницы и ячменя с высоким потенциалом урожайности, устойчивостью к стрессовым факторам и улучшенными качественными показателями, подходящими для человека и домашних животных. За десятилетия селекционных работ были созданы современные сорта, обеспечивающие более 13 тонн по гектару в оптимальных производственных условиях. При применении современных методов биотехнологий ожидается увеличение урожайности более 15 тонн по гектару. Обладая высоким потенциалом урожайности, производители распознают превосходное технологическое качество N-сортов. На сегодняшний день в Институте полеводства и овощеводства создано 474 сорта озимых яровых колосовых, которые возделываются на больших площадях нашей страны. В 17 странах Европы, Малой Азии и Северной Америки признаны 40 сортов озимой яровой пшеницы, 10 сортов озимого ярового ячменя, 2 сорта озимого тритикали и 1 сорт ярового овса. Создание гибридов кукурузы в Институте полеводства и овощеводства началось в 40-х годах 20 века. Благодаря непрерывности работы, инновациям и применению новейших знаний в селекционных программах, NS-гибриды кукурузы на протяжении нескольких десятилетий занимают значительные площади в Сербии и в мире. В Сербии зарегистрировано 294 гибрида NS-кукурузы, 365 гибридов зарегистрированных за рубежом, а 23 NS-гибрида кукурузы включены в реестр Евросоюза. NS-гибриды кукурузы характеризуются высоким генетическим потенциалом урожайности, хорошей адаптационной способностью в различных агроэкологических условиях, стабильностью урожая и высокой устойчивостью к наиболее значительным возбудителям, заболеваниям и вредителям. Институт полеводства и овощеводства является первой семеноводческой компанией, которая ввела на рынок Сербии гибриды кукурузы, устойчивые к циклоксидиму, активному веществу гербицида Focus Ultra. Пока зарегистрировано три таких гибрида. Это NS-444 Ultra, NS-5041 Ultra и NS-640 Ultra. Основным видом деятельности отдела сои является селекция сои, то есть создание новых высокопродуктивных сортов разной длины вегетации, улучшенного технологического качества и высокого уровня устойчивости к стрессовым условиям, вызванных биотическими и абиотическими факторами. Результатом многолетней работы по селекции сои является 339 созданных сортов сои, из которых 148 зарегистрированы в Сербии, 191 за рубежом, 52 в странах Европейского Союза. Сорта сои Института полеводства и овощеводства из города Новый Сад занимают 80% общей площади подсои в нашей стране.
Специалисты отдела сои руководят производством, доработкой и реализацией всех семенных категорий НСОИ. А это суперэлита, элита и коммерческие семена. В рамках отдела сои отделение по производству микробиологических препаратов занимает особое место. Теоретические экспериментальные знания были использованы для производства коммерческих микробиологических препаратов, биоудобрений, используемых при выращивании бобовых растений. Это НС-нитрогин для сои, фасоли, гороха и люцерны. Институт аккредитовал Центр уникальной ценности по бобовым культурам, который состоит из команд исследователей отделов сои и кормовых. Благодаря выдающимся научным результатам этого центра, институты Республика Сербия станут европейским лидером в исследованиях бобовых. В Институте полевозства и овощеводства создано 17 сортов люцерны, зарегистрированных в Сербии, и 9 сортов зарегистрированных за рубежом. Доля НС-сортов люцерны на внутреннем рынке составляет процентов 70. Красный клевер и многолетние кормовые бобовые культуры преобладают в центральной части Республики Сербия. На сегодняшний день в Институте полеводства и овощеводства создано 7 сортов в Сербии и 3 сорта за границей. Бобовые кормовые капустные идеально подходят для производства дешевых кормов для скота в первой части вегетации. Озимый кормовой горох и озимая вика являются представителями самых качественных и экономически выгодных видов корма для рогатого скота. НС-сорта озимого кормового гороха дают высокий урожай корма 40-60 тонн по гектару зеленого корма или 8-11 тонн по гектару сена. Они содержат 20-22% сырого белка и обладают хорошей адаптационной способностью. Новым направлением селекции озимого кормового гороха является создание сортов высокого генетического потенциала 4-6 тонн по гектару для производства зерна, на которое существует большой спрос как в стране, так и за рубежом. С выращиванием подсолнечника институт начал свою деятельность 70 лет назад и с тех пор занимает наиболее важное место среди ведущих мировых компаний. Специалисты института одними из первых в мире заменили сорта подсолнечника гибридами. Первыми создали гибриды, толерантные к фомопсису. Первыми в Европе зарегистрировали Clearfield IMI гибриды подсолнечника, толерантные к имидазолинонам. Среди первых в мире создали гибриды подсолнечника Сумо, устойчивые к трибенуру метилу, а также гибриды Clearfield Plus. Программа селекции подсолнечника Новый Сад включает в себя создание классических масличных гибридов, устойчивых к доминантным заболеваниям, заразихе и стрессу. Создание гибридов, толерантных к определенным группам гербицидов, имидазолинона и сульфамальчевины. Гибриды с улучшенными качеством масла, то есть высокоалииновые гибриды. Создание кондитерских гибридов. Гибриды для кормления птиц, декоративные гибриды. Благодаря программе создания совместных гибридов подсолнечника, почти все крупные мировые компании покупают новосадскую генетику. Результатом деятельности Института полеводства и овощеводства является тот факт, что в 25 странах мира зарегистрировано 600 НС-гибридов подсолнечника. Площади под НС-подсолнечником сегодня занимают 3 миллиона гектаров. Генетические исследования и селекция рапса, совершенствование технологий производства и семеноводства начались в 90-х годах прошлого века. На сегодняшний день в Сербии зарегистрировано 13 сортов озимого и 2 сорта ярого рапса, один озимый сорт в Евросоюзе, один на Украине и в Узбекистане и 2 в Боснии и Герцеговине и Иране. Сейчас уже зарегистрированы и 3 первых сербских гибрида озимого рапса. Основным направлением деятельности отдела является создание высокоурожайных сортов, устойчивых к биотическому и абиотическому стрессу, производство высококачественных семян родительских линий, сортов и гибридов,
агротехники, генетических исследований и технического обслуживания генбанка рапса и других промышленных растений. Инвестированием в развитие программы селекции рапса, семяпроизводства и исследования, связанных с рапсом, институт создает возможности для развития потенциала этой культуры для удовлетворения растущего спроса на качественные сорта на внутреннем и международном рынках. Масло таких сортов подходит для пищевой и перерабатывающей промышленности, а остатки, оставшиеся после выжимки по качеству, приспособлены для кормления различных категорий домашних животных. Основная деятельность отдела альтернативных культур и органического производства Бачки Петровац заключается в улучшении выращивания альтернативных культур – сорго, конопли, табака, проса, гречики, фацелии, тыкви, лекарственных, ароматических и пряных растений, прежде всего в условиях устойчивого производства. Программа по улучшению производства сорго включает в себя сорго-зерновое и сорго-вениковое. Сорта масличной тыквы с кожурой и голосемянные отличаются высокой урожайностью и содержанием масла в зерне. Промышленная конопля с высоким содержанием волокна в стеблях и высококачественным маслом в зерне возделывается с каждым годом на все больших площадях. Гречиха и проса дают стабильный урожай в условиях регулярного и поживного посева. Гибриды табака типа Берли и Вирджиния характеризуются высоким урожаем качественных листьев и ценятся табачной промышленностью. Часть исследовательской работы связана с лекарственными, ароматическими и пряными растениями, а также с органическим производством. В Институте полеводства и овощеводства «Новый сад» формируются богатые генетические коллекции альтернативных культур, которые служат основой для селекционной работы. Основным направлением деятельности отдела овощеводства является научно-исследовательская работа по селекции, семеноводству и агротехнике овощей. К настоящему времени в Республике Сербии создано и признано 89 сортов овощей, а за рубежом 27. Организованное производство Института полеводства и овощеводства способствует успешному производству семян овощей, 25 видов овощей и 14 видов цветов. Институт полеводства и овощеводства предлагает более 100 различных сортов овощей, предназначенных для выращивания в открытом или закрытом грунте. Лаборатория исследования семян обладает высококвалифицированным персоналом и самым современным оборудованием, необходимым для профессиональной и научной работы, связанной с качеством семян всех видов полеводственных и овощеводственных растений, трав и лекарственных растений. Лаборатория исследования семян обладает высококвалифицированным персоналом и самым современным оборудованием, необходимым для профессиональной и научной работы, связанной с качеством семян всех видов полеводственных и овощеводственных растений, трав и лекарственных растений. Лаборатория определяет качество семян, предназначенных для продажи в Сербии, предназначенных для экспорта, подкарантинных образцов, проводит анализ и суперанализ и выдает соответствующую документацию. Министерство сельского хозяйства, торговли, лесного и водяного хозяйства уполномочило лабораторию выдавать сертификат ОЭЦД. Ежегодно в лаборатории исследуется 9000 образцов. Лаборатория почвоведения и агроэкологии предоставляет внешние исследовательские услуги, а одновременно выполняет и научно-исследовательские работы в рамках национальных и международных проектов. Лаборатория всем заинтересованным пользователям может предложить фундаментальные исследования, оказание экспертных услуг и услуг по анализу всех аспектов агроэкологии – почвы, пестицидов, удобрений, растительного материала и воды для орошения. Как и другие организационные подразделения института, лаборатория ведет свою деятельность с учетом стандартов в системе менеджмента качества и системе экологического менеджмента.
Лаборатория аккредитована органом по аккредитации Сербии и уполномочена компетентным Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Под брендом NSM семена своих сортов и гибридов с высокой урожайностью, высочайшим качеством и хорошей приспособляемостью институт продает на сербском рынке и экспортирует 35 стран мира. Титул «Лучший Сербии» является лишь одной из престижных наград, присуждаемых институту. По постановлению президента Республики Сербия, институт был награжден орденом в честь праздника Сретения третьей степени, а затем получил статус института национального значения для Республики Сербия. Сорта и гибриды, созданные в Новом Саде в Сербии, являются респектабельными конкурентами крупнейших мировых семеноводческих компаний. NSM заслуженно признан одним из лучших экспортных продуктов Сербии. Сорта и гибриды, созданные в Новом Саде в Сербии, являются респектабельными конкурентами крупнейших мировых семеноводческих компаний. И NSM заслуженно признан одним из лучших экспортных продуктов Сербии.